Друзья, приветствую. Сегодня у нас прощание с Ямахой. Ямаха уезжает. Вот сейчас буду паковать ее. Будем выносить вдвоем ее, потому что тяжелая очень. Последний раз послушаем ее немного. Ну, возможно, жизнь-то продолжается. Возможно, еще такие колоночки возьмем. Продал я ее за 155. Ну, сейчас я смотрю, за эту цену продают, то есть обычные стоковые, даже без реставрации, такие Ямахи. Ну, как бы ладно, будем считать, что человеку, их владельцу повезло, что такой шедевр ему достался, эксклюзивный. Пусть слушает на здоровье их. Цена, в принципе, нормальная, адекватная для таких колонок. Да, друзья, что в тот раз был какой-то сбой, и не послушали мы Pink Floyd. Сейчас мы его послушаем еще раз на этих замечательных колонках. Show.
вас тоже серия интересных акустических систем. Onkyo Monitor 2000X. Вот жаль, что не получилось сравнить их. То, что кто-то писал, те по низким лучше бьют. Эти сегодня уже уедут. Вот, ближе к вечеру я их запакую. Паковать целый день уйдет на это. Хотелось бы рядом вот поставить, но не успели. Уже Yamaha уедут у нас. У тех тоже, в принципе, класс у них практически один и тот же. Ну ладно, возможно, сделаем такую же реставрацию на них. Возможно, нет. То есть состояние вблизи, когда придут, посмотрим. Все, друзья, напоследок послушали акустику Yamaha NS1000X. Сейчас она сегодня уедет ее законному владельцу. Ее купили. Идет тоже ряд интересной акустики у нас. NS1000 монитор Yamaha идет. Onkyo монитор 2000X идет. Есть у нас сейчас делаем Technics тоже человеку. Technics монитор 3. Большие тоже колонки хорошие на плоских сотовых динамиках. Как бы будет много интересной акустики. Вот. А с иксовыми Yamaha'ми мы сегодня прощаемся. Так что в добрый путь ей. И пусть служит долгие года своему владельцу. Друзья, желаю вам здоровья, хорошего дня. Вот. Скоро увидимся на обзорах. Друзья, пока.